Понятно. Ну, мы не будем углубляться, потому что паспорта у меня сейчас под рукой нет. Навскидку я не знаю. Никогда не вникал в документ физических лиц. Вот. На сегодняшний день он у нас ничего не подтверждает. Никаких прав не подтверждает. То есть просто бумага. Поэтому посмотрим. Понаблюдаю я за обсуждениями в чате. Если что прояснится, они-то, видимо, узнают, какая графа за что отвечает и как вы себя обозначили. Да, в принципе, вы что угодно пишите, это ничего не меняет. И даже если они вас признают сувереном или еще кем-то там, и род какой-то у вас там, вот, и можно будет выкупать права какие-то, заключать сделки, то есть это оплачивать пошлину, и то это на международном уровне делается, не в Российской Федерации, в какой-то другой стране. То есть вы все равно входите в правоотношения с захватчиком, как ни крути. Так, ну давайте эту тему оставим. Предлагаю сегодня насчет энергии поговорить.